Всем привет, с вами канал Артмания. Сегодня суббота, смотрите, техника приехала, время у нас 8:19. Они за 19 минут сюда ехали до сюда. Да. А как там? Два целых экскаватора приехало. Я думала, они в субботу отдыхают, и получается, наверное, что они вот сдадут, наверное, вот этот проект, как получается, в какой-то степени. Сдают, потом, наверное, отдыхают какое-то время. Вон там туда, там в школе будет копать. Оказывается, это асфальт там в школе сняли, мама сказала. А теперь будут копать. И тут сейчас будет, наверное, дальше копать все выходные. Вот работа, выходные выходят. И на даче тоже. Да. Соседская дача, смотрите. Какие здесь цветочки. Забыла, как называется, в комментариях напишите. Я, по-моему, в первый класс с ними шла. Красивый был такой. Сейчас у нас конец июля. Выйдет ролик с большим опозданием. Прибольшущим. И у нас снова парочку последних деньков на даче. Немножко, несколько последних. Сегодня вот, завтра мы на даче будем. И еще потом в четверг приедем. Четверг, пятница, суббота. И в воскресенье уедем навсегда уже отсюда. Ну, если не разболеюсь совсем, то в четверг приедем. Груши какие уже большие стали. Их так много. Яблочки уже выросли. После предыдущего раза, когда я была, здесь много снимала. Последний раз думала, что уже буду. Вот снова на даче. Снова мы приехали. Здесь так тихо. Так хорошо. Буду потом смотреть, монтировать, вернее, этот ролик и плакать. Последний раз находимся тут на даче, ветерочек обдувает немножечко сад. Пришло именно то время, когда надо продавать дачу. Честно говоря, думала, что она будет вечно нашей, будем жить вечно здесь до старости. Я планирую, как мечтала, вернее, как я старенькая бабушка здесь буду жить, приезжать на автобусе. Вроде не так далеко. Но нет. Когда ты чего-то хочешь, а за тебя хотят другое. Твои родители. К сожалению, в нашем мире всегда именно так. Там мама идет. Сегодня теплый денечек. Газончик. Сегодня даже птиц не слышно. Сегодня особенно тихо и тепло. Всем мешала, да? О, машина стоит. Да. Куда-то пошла далеко. Закидали вообще кошмар. Из-за тележки тут идти, конечно. Пошли в тропинку. Там еще уголь какой-то лежит. Давай, вот там посидим. Это вообще там лес. Там уголь какой-то, ба.
Ну да, тут идти тут с тележкой не пройдешь. С тележкой не пройдешь. Ну уже не пройдешь. Офигеть. На дорожку тут зачем? Много как. Да там он свой. Ой, смотри, там целые поля вон. Ну это первоначально вот эти вот делали. Они вон вот покидали там по краям. Они на дорожку не кидали. На дорожку не кидали, у нас Валера такой попали. Тоже вообще. А им удобно, он выходит по дорожке сюда и выплюхивает. Какая-то глина. Вот тут дерево было, убрали. Вот оно. Вот оно дерево, да. А тут же еще эти росли, ирисы. А вон они. А вон кирпичи. Тоже странно так вынесли. Пойдем туда выйдем, там посмотрим дальше. Ты как красиво. Ух, какое дерево. Нет. Ну что-то нет-то. Плохо мы ее ели в прошлый раз. Ну чуть-чуть, если совсем уж. Подожди, подожди, бабуля сейчас скомандует. Стой. После команды начинаем. Давай. Раз, два, поехали. Давай. Батюшки. Так, считаем, считаем. Один. Лицо не надо, Дим, не надо, болячки будут. Смотри, вот сюда пришли. Считай, давай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5. Я выиграла. Это дождь, вон. Листодождь. Да? Листовой дождь. Теперь дождь. Ну давай, на старт. Внимание. Марш. Марш. Как красиво. Быстрее, быстрее, быстрее. Я перегоняю. Кого? Тебе. А он хитрый сразу двумя руками. А ты что с одной рукой? Дима, не надо. Дим, смотри, Дим, смотри, какие Дим. Тучи. Дождь будет сейчас. А вот, ну, там с той стороны, кстати, были. Да. Вчера черные были. Это вот не очень. Ой-ой-ой. А тут такая темная, мам. За елкой вот тут прям. Нет, на площадку мы не пойдем, так что в эти дизели. Мам, ну что-то вот это. Господи. Здесь край такой темный, хотя. А он там красная. Она краешек какой-то странный. Мама. Очки. Сразу потемнело, все потемнело. Ты что бежишь? К бабам.
А я думала, туда идете. Ну, дождь начнется, и потом намокнет. Такая странная туча. Ну, что-то тут, смотри, темно, а тут светло. Там вообще как будто небо голубое. Тут у нас сами по себе населись. С этого ракурса еще не снимала. Яблочки сейчас принесу. Зато вон там, кстати, красивое. Вон. Вчера темнее было. Да? Тут вот красиво было, как. И ветер поднялся. Ну, такие не бывают тут. Что? А. Дима, не в дом надо, а в дома надо. Отсюда надо туда. Ага, темнеет и темнеет, да? Давай, давай. Взял, понес, молодец. В дом. В дом? Нет. Ну ты не в дом, нет, а сюда вот. Неси, неси. Давай тогда сюда. Стеночки. Сюда? Да. Ну может на место сразу? Ну пусть дождь помоет мою машинку, она же грязная. Ну, на место надо было сразу. Ну, была попа грязная. Еще. Ну, я ногами становился на машине. Да? Идем яблочко поедим. Не ели ни разу яблочко. Нет, я порежу тебе его. Ой, еще больше. Да, такой стал. Сейчас бабах. Ну, что-то такая темная, как будто как дым вчера какой-то. Вчера прям черный был. Ой, Дим, сейчас яблочко. Зазипойная. Сейчас. Вот ветер появился. Яблоки у нас. Елки какие большие. Снимать дорожку, что ли, с машины? Помоет, пускай мы дорожку. Ты дорожку домой-то заберешь? Расстелишь, ну, от одного балкона на другой. По дорожке берешь, ходить берешь. Будешь. Ну, а в конце ничего. Стул поставишь. И сядешь. Ну. Прошла и села. Встала, прошла и села. О, ветер уже поднялся. Залетел, полетел. Ба! 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 Ба, ветер поднялся. Батюшки. А тихо так было. А смотри, мам, какое лето. Облачко странное наверху, мам. Смотри, мам, видишь? Кружочек такой, овальчик. Видно тебя оттуда? Нет? Все уже прячется. Закрывай. Эти убрать, что ли? Да нет, пускай. Ага. Господи. Соседи еще сидят. Ну, сейчас полетает, полетает. А звук такой, слушай. Ой, смотри. Что за звук такой? Что за звук такой странный? Ветер подует. Ой. Ой, сейчас он упал. Ну, сейчас подует и подует и кончится. Такое ощущение, как будто мне это, кажется, даже не надо по металлу что-то. Я под дождем не буду накрывать. А сама ты не будешь накрывать. Дождя, а ну, хорошо. Ой, пойду машину за. Мама нас слушает дома. Компотик сварит. Яблочек. А ты сушеные яблочки.
Он любит, кстати, аккуратно. У тебя сушилка есть? Молодец. Вот, молодец какой. Ты есть. Работает? Да. Ты будешь сушить? Да, я насушить хочу. Зимой жевать. Он же хорошо, любит да. пожевать сушеные груши, сушеные, да, ему понравилось. Мешочек, ты дашь, а? Мешочек сушеных яблок дашь? Да, мысли много насушу. Тебе надо? Ты ешь? А мы в чай делаем. Гнилые не бери, хорошие выбирай. Хорошие выбираешь ты, да? Да, плохие оставляй, но я вам плохие выбросим, а хорошие. Все подряд. Молодец. На, это яблочко, на. Вкусное. Ну да. Вот откусанное. Ну потом в мешок будешь складывать, переберешь. Переберять не берете уже, ладно. Ну все подряд. Что-то на меня там капает, по-моему. Че капает? Что-то капает на меня. Там. Где это яблочко хорошее сейчас есть? Ну ты хороший выбирай. Смотри на него, чтобы оно было хорошим, не помятым, не гнилым. Ну помятое вон то, вон правой ручки, которая у тебя. Оно помятое. Вот это вот смотри. Оно, видишь, помятое. Вот оно, помятое. Оно не надо туда его класть. Да мокрицы вообще все ядные уже стали. Друг друга еще поели бы вот они. Как было хорошо бы. Которые треснутые. Но мятинка срежет, срежет, мятинка. Но эти белые, они мятинка лежат. А мне яблочко, да? Ну, ты какой, жесткий любишь? Тебе сегодня будут Дим сниться яблоки, наверное, да? Да, еще яблочко. Как на. Тебе когда-то, Сай. Помнишь, вам снились эти одуванчики? Ты одуванчики выкапывал, а потом снова одуваны снились. Да. От муравьев избавляешься, то а муравьи снится. Сегодня яблоки будут сниться. На ночь что делаешь, то и снится, да? Мам, ты что? Он по руке уже полз. Обрезать начали. Да ладно, там же гусеница. На. Надоело бы бегать по одному яблочку. Целое ведро набрал, молодец. Ты что, смотри, дождем? Молодец какой. Ведро подрезано. Куда ты под дождь пошел? Ты хороший. Тут даже дождик идет, Дим. Иди побудьте. Дождя не боится. Или что он делает? Все собирает. Завтра переберется. Смотри, выбросится. Дождя набрал. А ты не боишься дождя? Не боишься дождя? Да. На, яблочко. Все, все. Ну, как это дождь пошел, подожди. Что? Стой, подожди. Сейчас он кончится. Наступник. Что, ты сесть, что ли, хочешь? Нет, он под ним упадет, я бы не могу. Стучик, дай ему посеять. На, садись. Да не будет, он не хочет там сидеть. Садись. Сейчас громыхнет. Ага, если его гораздо, то ну какое яблоко большое, красивое, да? Нет. Ух ты, какое большое! Это не помидор? Не надо, дождь уже идет.